В городе Аколь на сегодняшний день ведется первый этап строительства зоны отдыха «Центральный стадион». В настоящее время идут строительно-монтажные работы, установка уличных фонарей. Мы решили сделать такую зону отдыха для гостей и для наших окольцев. Это первый этап. Второй этап будет чуть ниже, мы там будем останавливать космические антенны, которые мы здесь, нам Байконур уже пообещал их передать. Следующим объектом стала общеобразовательная школа номер 1 поселка Исаковка. В 2022 году на капитальный ремонт здания школы выделено из областного бюджета 293,7 миллионов тенге. Работы проведены согласно договору, однако вызвали некоторые вопросы. В 2023 году планируется благоустройство территории школы. Она должна быть одна же, вот, без вот этих вот всех полос должна быть. Ровненькая, однородная. На фойе без колеровки хорошо вышло. Здесь колеровку тогда добавили, и то пришло. Я сегодня говорил о плохому танцору, что мешает, понимаешь? И здесь специалисты не очень были. Вот эти вещи, они должны быть, вот эти вещи, понимаешь? Они у тебя везде. Все ровненько должно быть. На сегодняшний день школа оснащена всем нужным современным оборудованием. Для учащихся действуют кружки и секции по интересам. Также глава региона ознакомился с ходом проведения реконструкции дорожно-транспортной сети в городе Аколь по улице Бегельдинова. Пучину устранили, три водопропускных трубы. Вот на этих 700 метров, да? Да, но здесь не везде было, но местами были пучины, до метра удалялись. Получается, две резервные трубы под водопровод сделали с колодцами и лоток положили через дорогу. Сейчас ведется уплотнение материалом. В завершении рабочей поездки аким области Ермек Маржикпаев посетил семью труженика тыла Куандыка Ашкенова. Аксакал воспитал 10 детей, имеет внуков и правнуков. Глава региона пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни. Александра Гауэр, Джурсуну Мирзак, Тимирлан Салимов, Кокши Акпарат.